Сегодня мы пришли на очередную акцию в защиту всех политзаключенных, которых в нашей стране с каждым днем становится все больше. И вот 12 декабря у нас день Конституции. И встречаем этот день Конституции только тем, что нарушаются фактически права граждан повсеместно. Прежним политзаключенным, которые были посажены в тюрьму, разных политических взглядов и предпочтений, такие как Хабаров, Квачков, узники 6 мая, Игорь Владимирович Матвеев. С каждым днем добавляется все новое. Сегодня пришло еще одно известие о том, что Мохнаткина посадили на 4,5 года. Мы видим, что коррупционеры остаются на свободе и блаженствуют. А те, кто выступают против этого, против того, что страну разграбили окончательно и пытаются теперь внутренние проблемы перенести вовне, развязав войну, так сказать, на Украине, пытаясь столкнуть два народа, братских народа, которые теперь фактически убивают друг друга. Корень всего этого – это коррупция. Коррупция в нашей стране. Вот в первую очередь мы выходим на пикеты именно из-за этого. Подходите, подходите, новогодняя акция, бесплатно, лечим коррупцию в России. Подходите. Я жительница города Ростова-на-Дону приехала на этот пикет для того, чтобы призвать общественность нам в помощь. У нас журналиста Александра Михайловича Толмачева, боевого офицера, журналиста, правозащитника за борьбу с коррупцией, за его публикации. Администрация города вместе с председателем областного суда бывшим, он теперь уже умер, Ткачев, исполнители полиции, закрыли на 9 лет в тюрьму. Будет надуманное, по надуманному уголовному делу вымогательство. Вот последние данные, в его Варнавирском СИЗО избивали, босиком вытаскивали на свет. И все это офицеры СИЗО.